предлагаю нашему общему вниманию цикл бесед, связанных с нашим духовным восхождением к Богу. Эти беседы, они где-то достаточно в теме предстоящего Великого Поста. Путь восхождения христианина. Господь сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Жизнь христианина, она не может стоять на месте. Жизнь духовная не бывает статичной. Дух, само это слово на самых разных языках, и по-еврейски «руах» означает «ветер», и на греческом «пневма» означает «ветер», «дыхание», и на русском «дышать», «дух» — это одно слово. Кто из вас видел ветер, остановившийся на одном месте? Может ветер не двигаться? Недвижущийся ветер — это уже что? Не ветер. Он перестал существовать. И если в духовной жизни нет роста, если в духовной жизни нет движения, то это означает, что духовной жизни нет. Она не бывает статичной. Нельзя сказать: вот я достиг такого уровня, и на этом уровне я пребываю. Выше мне уже не подняться, ниже опускаться не хочется. Жизнь статичной не бывает. И если нет нашего духовного роста, то это свидетельство нашего духовного падения. Дух остановиться не может. Духовная жизнь в своем восхождении, она прекрасно изложена великим отцом, подвижником христианства, еще древнего христианства, 6 века, преподобным Иоанном Лествичником. Есть его знаменитая книга «Лествица». Мне довелось совсем недавно, в декабре месяце, быть на горе Синай, где преподобный подвязался, быть в пещере, в которой он подвязался. С точки зрения внешнего подвига, очень даже внушительно. Это места, где нет воды, где нет еды, где много воздуха, где скалы, где земля. Трудно себе вообще представить, как там может быть жизнь. Жизнь, если она не обеспечена, ну, чем-то и кем-то, если туда не подвозят воду, если туда не привозят продукты, вот как он жил, чем он жил, совершенно безлюдная и без растительности, без всяких приспособлений к жизни, даже без ванны, без туалета, вот, без тепла, даже без электричества. Вот как он там жил. И там, в этой пустыне, подвязаясь, уже достигший преклонного возраста, он написал эту книгу по просьбе. Его попросили ее написать, чтобы он поделился путем духовного восхождения. Провести цикл бесед по этой книге, с которой, ну, как-то уже давненько приходилось познакомиться, читать эту книгу. Ну, я как-то задумал 2 года назад. Теперь предоставилась возможность нам встречаться. Я открыл лестницу и пришел в ужас. Может быть, первый раз я по-настоящему растерялся. О чем мы с вами сейчас будем говорить? Потому что если читать лестницу, ну, надо же как-то с нашей жизнью ее согласовывать. Ну, это не знаю даже и как.
Это настолько разная позиция. Это даже не просто различие уровня. Ну, все равно, что ребята младших школ вместо арифметики предложат дифференциальное исчисление. Это даже не это. Читаешь лестницу, и чуть ли не на каждом шагу хочешь с ней спорить. Да не так же. Да это же не так. Преподобный именно так написал. Одно из воскресных дней и одна из седмиц Великого Поста, четвертое воскресенье Великого Поста, посвящено преподобному Иоанну Лествичнику. А тему я уже заявил. Я думал, что теперь? Срочно звонить, отменять, потому что мы на разных планетах. Иоанн Лествичник и мы с вами, жители современного города, прихожане современного храма. А тем более не прихожане никакого храма, но люди, интересующиеся духовной жизнью и желающие познать что-то. И поэтому мне придется заняться одним делом, которое я с молодости вообще-то избегал. Это быть переводчиком. Мне как-то проще было говорить на одном языке, на другом, и всегда было трудно переводить. Так вот, моя роль в этих наших беседах по пути восхождения на основании труда преподобного Иоанна Лествичника – это роль переводчика. Как перевести то, о чем он говорил, в нашу жизнь? Чтобы нам с вами не просто охать и ахать. Ах, надо же, как они жили, что они делали, как они понимали, пожалуйста, к чему они призывали. А чтобы это как-то нам и душе полезно было. Переводчик я плохой, и поэтому даже исходно извиняюсь. Может быть, у меня этот перевод не здорово и получится. Но постараемся. Постараемся где-то даже общими усилиями. Как то, чем жили древние монахи, перевести в нашу жизнь. Как нам воспользоваться советами той жизни и перевести в нашу. Кстати, на самом деле не две планеты. Планета Иоанна Лествичника и планета современного прихода. Есть еще третья планета, планета мира сего, нынешнего. Когда с людьми, достаточно молодыми, беседуешь о христианской жизни, мне уже несколько раз говорили: слушай, батюшка, ты с Луны прилетел. Такого не бывает. Этого нет. Откуда ты это взял? А я в этом вырос. И думал, что вся планета такая. То есть настолько разные миры, мир Евангелия и мир современный, тот, вот, который мир, который за пределами и за оградой церковной. Но получается три планеты. Ну а теперь перевести еще оттуда сюда, это уже и вовсе сложно. Ну вот после такого долгого и нудного вступления я приступлю к этой где-то неблагодарной задаче. Совершить этот перевод. Но тем не менее, на какой бы планете мы ни жили, может быть, это мир, далекий еще от церкви, может быть, это православный христианин, прихожанин современного храма, в том, что среди нас есть подвижники типа Иоанна Лествичника, я как-то не то, что сомневаюсь, а не сомневаюсь, что таких у нас нет. Вот. Но кем бы мы ни были, и на каком бы уровне духовной жизни мы ни находились, дух, душа у нас есть у всех. И желание идти путем духовного совершенства у нас есть у всех. В этом я абсолютно убежден.
Нет человека, который бы не хотел духовно расти. Итак, с помощью Божией и молитвами преподобного Иоанна Лисвичника отправимся в путь. Беседы наши построим примерно таким образом. В руках у меня лестница Иоанна Лесвичника. Я кое-что буду отсюда зачитывать и, соответственно, комментировать. Мы с вами будем размышлять, как это для нашего времени. Иоанн Лесвичник, он представил духовную жизнь в виде лестницы. Вы знаете, я так и буду все-таки пользоваться славянским образом этого выражения. Лестница – это то же самое, что лестница. Но как-то говорить о духовной лестнице – это немножко бьет по ушам. Это как-то уж слишком реалистично, натурально как-то. Поэтому лестница, не думайте, что лестница – это что-то загадочное, это лестница, самая настоящая лестница. Лестницу Иоанн преподобный строит по 30 ступеням, 30 ступеней духовной жизни. Нижним своим концом она на земле, а верх уже там, на небесах, в Царстве Божьем. Сам образ лестницы, он взят из видения, которое задолго не только до нас, но и до Иоанна Лесвичника, еще ветхозаветные времена, почти 2000-летия до Рождества Христова, до нашей эры, видел праведный Иаков, когда еще молодым человеком ему пришлось спасать свою жизнь, бежать из дома. И первую свою ночь, которую он провел под открытым небом, он заночевал на земле, на улице. Вместо подушки был камень, который он подложил под голову. И ему приснилась лестница, которая нижним своим концом упиралась в землю, а верхним достигала неба. И по этой лестнице он видел ангелов Божьих, восходящих и нисходящих. Когда он проснулся, он был в священном трепете, в священном ужасе. Он сказал, что сие место свято, это врата небесные. Он увидел, что мир земной и мир небесный, они оказываются связаны. И можно подняться с неба на землю, как и с земли на небо, как и спуститься с неба на землю. Этот образ лестницы Иакова, он перешел в христианское сознание. Лестницей мы называем Богородицу, потому что именно по ней, как по лестнице, этот духовный образ, Бог спустился на землю, Бог стал человеком, это как с неба на землю. А вот с земли на небо – это путь духовного восхождения. Иоанн строит его в виде 30 ступеней, знак 30 лет жизни Иисуса Христа до того, как Он принял крещение и выступил на свою открытую проповедь. Возраст 30 лет в библейской традиции, ветхозаветной традиции, является возрастом совершеннолетия. У нас сейчас считается совершеннолетие 18 лет, да? Но 18 лет мы сами, большинство, прожили этот возраст. И наши дети, у кого-то уже внуки, мы видим в этом возрасте. Все-таки 18 – это, скажем так, молодо-зелено. Это совершеннолетие в смысле, что детство кончилось. Что не медаль-то мне, Алеша, на шею, иди-ка ты в люди. А настоящее совершеннолетие – это 30. Это 30 лет. По библейской традиции, только в 30 лет человек мог стать священником. Только в 30 лет человек мог стать учителем.
До этого он еще несовершеннолетен. И поэтому Иисус Христос, который, наверное, не нуждался в каком-то возрасте для духовного совершенствования, поскольку был воплощенным Словом Небесного Отца. Но он подчинился во всем земному обычаю, и чисто из практических соображений никто бы его до 30 лет и не слушал, ни в какую синагогу его бы не, ни в какой синагоге ему бы не позволили открыть Писание, читать, толковать и учить. Это было совершенно невозможно. И Иисус, он вполне подчинился обычному человеческому закону, как и во всех остальных моментах. 8 дней был обрезан, 40 внесен в храм, а в 30 лет он вышел на проповедь. То есть это возраст совершеннолетия. Кстати, даже некоторые книги Священного Писания до 30 лет не дозволялось читать, потому что еще не совершеннолетний человек. Вот 30 лет – это уже совершеннолетие. Апостол Павел говорит, чтобы мы достигли возраст Христов. Возраст мужа совершенно. Естественно, здесь он использует этот духовный образ. Как мы уже сказали, что в каждом из нас есть неистребимое желание, неистребимая потребность в духовном возрастании, в духовном росте. И каждый из нас призван достичь возраста Христов. Достичь – это духовное совершеннолетие. Иоанн Лествичник и строит нам эти 30 ступеней, то есть, скажем так, на каждый год заданница. Понятно, год имеется в виду не календарный, а это вся наша жизнь, вся наша духовная жизнь. Лестница обладает таким свойством, что как высоко бы ты ни поднялся, всегда есть вероятность сковырнуться и упасть. Даже с 29-й ступени. Даже с 30-й. И только после 30-й уже то самое, куда ты поднимаешься. Упасть можно с любой ступени. В жизни человека это так и бывает. Человек в своем духовном росте, духовном восхождении, достигший порой даже значительного какого-то возрастания, на каком-то этапе он падает. Еще с древних веков, особенно средневековья, распространилась такая икона, когда изображается лестница с 30 ступенями, внизу на земле, вверху на небе, там Господь Иисус Христос наверху, а по этой лестнице поднимаются люди. Это имеется в виду, вообще говоря, уже после исхода из жизни. А вокруг темные духи в средневековом стиле, там с рогами и копытами изображенными, и со всякими такими батагами и крюками, они сдергивают людей. И люди падают кубарем вниз с этой лестницы. Это реальность. То, что происходит сейчас с нами здесь, то, на чем мы здесь сковырнулись, то, на чем мы здесь упали, это и воспроизведется там, как мы это называем мытарствами, когда душа человека будет проходить испытания. И смотрите, обидно будет, да? Если с 29-й ступени тебя раз и сдернули. Да и с первой ступени тоже плохо. На любых ступенях эта вероятность есть. Вот. Для нас очень важно никогда не успокаиваться. Рассказывает про одного монаха, который подвязался в пустыне, и ему является демон и поздравляет его. Поздравляет его с победой. Ты победил. Как победил? А ты посмотри. А монах смотрит, а там он видит небесный Иерусалим и открытые врата. Вот видишь, ты победил. Сколько лет я тебя искушал, чтобы ввести в грех? Ты так и не смог. Ты победил.
А монах сказал ему: отойди от меня, сатана, я еще не там. Вот когда уже за мной дверь закроется, ну тогда все, тогда уже там. А сейчас еще не может быть никакого успокоения. Поэтому самым страшным делом и великой опасностью в духовном восхождении является момент самоуспокоения. Когда на какой-то стадии мы вдруг решили, а мы чего-то достигли. Все, нормально. Я уже не то, что был. Это значит, что уже летишь вниз. Это значит, тебя уже сковырнули с этой лестницы, и ты падаешь. У нас, конечно, не будет 30 бесед, я думаю, в этом как-то нет и надобности, это будет слишком растянуто. Поэтому мы с вами, даст Бог, каждый раз постараемся по несколько ступеней пройти. И, если даст Бог, чтобы вот добраться до 30-й ступени, за которой уже Царство Небесное открывается во всей славе. Сама лекция обозначена начало пути, да? То есть начало нашего восхождения. Первая ступень, которую обозначает преподобный Иоанн, он называет ее отречение от жития мирского. Но я уже говорю, я буду переводчиком, потому что здесь все для монахов, для монастырей, причем для тех великих и жестких, что ли, условий монашеского подвига, которые совершали пустынники. А я буду все это переводить в нашу жизнь, в жизнь мегаполиса, в жизнь 21 века, в ту жизнь, в которой мы с вами реально живем. Но тогда ли, сейчас ли, все начинается с отречения от мира. Кстати, очень часто у нас возникает мысль, у нас это у кого? А хоть у кого? Это, безусловно, у человека не церковного, там это у всех практически, и очень часто и у людей церковных, что, а вот мы пошли вверх. Вот я делаю добрые дела, я там милосердный, я не злобивый, я не осуждаю, я не лукавлю, там, я прекратил блудную жизнь и так далее, и так далее. То есть я делаю добродетели, я восхожу, но минуя первой ступеньки. Может ли это быть? Если вернуться к образу, вообще-то по лестнице, а через одну ступеньку вроде бы как перешагнуть можно. Очень неудобно. Через две, но это уже надо изловчиться. Через три точно упадешь сразу, если попытаешься перепрыгнуть. То есть нельзя перескакивать. Нельзя перескакивать. И вот эту первую ступень очень многие из нас перескакивают. Живя мирской жизнью, часто достаточно порочной и греховной, мы вдруг становимся православными, так и не отрекшись от мира. Потому что нам уже хочется быть православными. Но отречься от мира у нас нет ни сил, ни желания. То есть мы хотим перескочить через эту ступень. Причем таких людей на практике очень много. Может быть, многие сами себя в этом узнают. Кстати, иногда спрашиваешь человека, вот когда у тебя произошло твое рождение свыше, когда ты ушел из мира, когда ты стал на христианский путь, ответ: я уже 5 лет как хожу в храм. Нет, вопрос-то был не об этом. Ведь можно, и не отрекшись от мира, начать ходить в храм. Вот на этом мы ловимся. То есть мы перепрыгиваем через первую ступень. Отречение от мира. И без этого ничего настоящего, ничего подлинного в духовной жизни быть не может. Встает вопрос, а отречение мира это как?
Ну, преподобный Иоанн, кстати, я вам советую читать лестницу, как раз это хорошее для Великого Поста чтение, и тогда даже вот наша лекция у вас, может, какие-то вопросы потом будут появляться уже конкретно по тексту, потому что чем-то новым я и не собираюсь вас удивить. Вот я честно признаюсь, вот она лестница, вы ее можете взять, она доступна. Апостол говорит, не любите мира, не того, что в мире. А при этом мы все с вами как бы миряне. Мы живем в этом мире. Сказано, мир во зле лежит. Опять у апостола. Так что мы должны сделать? Ну, собраться сейчас все в пустыню? Понятно, нет. В тайгу тоже не уйдем. И вот что значит уйти из мира? Постараемся немножко с помощью преподобной Анны поразмышлять об этом. Отречение от жития мирского. Преподобный говорит, делит людей на 5 групп. Одни – это друзья Бога. Другие – рабы, истинные рабы. Третьи – тоже рабы, но непотребные. Плохие рабы. Четвертые совсем чужды ему. Они даже и не рабы его, даже не плохие рабы. Они просто чужды ему. То есть он для них никто. А пятые, для них не просто он никто, они ему еще и противятся. Они противостоят ему. Вот это исходные позиции. Исходные позиции, из которых мы должны выходить и восходить. Самое страшное состояние, когда мы ему противимся. Противление Богу, вот это есть пребывание в мире. То есть не житие почти миллионном Красноярске, есть мир, хотя это называют мир. А в первую очередь это противление Богу. Открытое и прямое противление Богу недавно было у нас общенациональным делом. Сейчас мы от этого отошли, и сейчас редко кто, ну прямо вот так, в открытую, в наглую, что ли, идет против Бога. Хотя и сейчас такие люди есть, но они, как правило, затаились. Не их время. Но как только появится им зеленый свет, они появятся, потому что они никуда не исчезли, они есть. Конечно, если такое есть, то из этого надо выходить. Ну вот как, например, апостол Павел, он был из противящихся Христу. То есть ему надо было пройти эту ступень в полном ее объеме. Из противящегося превратиться в друга. Второе – это чуждые. Нет, я не против православия, да что, кому оно мешает, ладно, кому надо, пусть оно будет, пусть ходят в церковь там, я не против там, пусть в школах чего-нибудь преподают, но я изберу светскую этику, мне это все не нужно. Это люди, которые просто чужды, которых, ну, как бы в душе ничего не шелохнется, им это не нужно. Вот если в таком состоянии наша душа пребывает, то из этого состояния надо выйти. Дальше, уже если из этого вышли, мы превращаемся в рабов. В рабов непотребных, негодных. Мы все когда-то начинали, ну, например, профессионально. И начинали мы все примерно с одного и того же. Мы были негодными работниками. Но очень плохо умели делать то, что нам надо делать. Врач ты, или водитель, или не знаю, кто угодно. Вот, токарь, слесарь, ученый, литератор. Мы делали свое дело плохо. Вот когда мы становимся рабами Божьими, то есть отрываемся от мира, то сначала мы делаем наше дело плохо. Но если это плохо продиктовано не нашей злонамеренностью, то уже не худший вариант. Однако удовлетворяться на этом не надо. Мы часто говорим, ну ты меня уж не осуждай, я вот такой. Ну, у меня так. Мы не должны себе прощать это плохо. Нельзя быть плохим рабом.
как и в профессиональной жизни, да, нельзя быть плохим специалистом. Плохой специалист – это много горя и для других людей. Потому что от того, что мы делаем плохо, зависят другие люди. Там гайка полетела, а в результате весь мотор не двигается, а в результате ДТП и так далее, и прочее. То есть везде одно за другим многое влечет. Истинные рабы. Ну вот теперь-то все хорошо. Раб Божий такой-то, и причащается, и в храм ходит, и так далее. Но все-таки всего лишь раб. А Бог, Господин, это вроде бы и неплохо, но это все-таки рабство. А Бог не создал нас для рабства. Из этой ступени тоже надо выходить. Рабство – это когда мы страха ради исполняем Божьи заповеди. Когда мы подчиняемся Ему, ну, вот так. И, наконец, други. Вот это то, для чего мы есть. Когда между нами и Богом складываются дружеские отношения. Когда я Ему не просто раб, как Иисус сказал Своим ученикам, и уже не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Правда, здесь есть такой момент. Ни в коем случае не перепутать. Может быть, некоторые из вас слышали такие протестантские песни «Верного друга я нашел во Христе» и так далее. И ведут они все вообще так, что Иисус Христос и Бог на небесах – это их друг. И очень так даже как-то чуть ли не похлапывая по плечу. И ссылаются на этот текст. Но в этом тексте не сказано «и назовете меня другом». Сказано «я назову вас друзьями». Это все равно, что я подойду к высокому начальнику, похлопаю ему по плечу и скажу «ну что, дружище?». Нет, если начальник подойдет ко мне и приобнимет меня, ну как друг. Он может меня другом назвать. А не я его. Вот здесь ошибка протестантская. Они как-то вот так фамильярно идут, вот называя его другом. Бог называет некоторых своими друзьями. Авраам назван другом Божьим. Это право нам не подлежит. Мы не можем ему говорить «друг мой Иисус Христос». Это Иисус Христос может сказать «друг мой». И это и есть то высшее состояние отречения от мира. Отречение от мира. Теперь еще об этой первой ступени. Отречение от мира. А что есть это отречение от мира? Вот зачитаю, как дает определение. Дефиницию Иоанн Лестничник. Отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу, похваляемому мирскими, и отвержение естества для получения тех благ, которые превыше естества. Для нас с вами жесткое и больное определение. Было бы как-то нормально, и, наверное, мы с вами бы все нормально среагировали, если бы было сказано, отречение от мира есть произвольная ненависть к греху, похваляемому мирскими, и отвержение греховной жизни для получения тех благ, которые превыше жизни греховной. Ну, тут какие проблемы? От греха, понятно, надо отречься. Но здесь говорится о веществе. Вот это что такое? Что речь идет не об отречении от греха, а об отречении от вещества. Через неделю мы с вами вступим в Великий пост. От чего мы отречемся в Великий пост? От греха или от вещества? Вещества.
А то получается, ага, да постой еще 5 дней, и потом я отрекусь от греха. Так не бывает. От греха мы отрекаемся всегда, 24 часа в сутки, 365 раз в году. От вещества, вот это уже сложнее. В пост мы начнем отрекаться от вещества. Ну, тут по разным позициям это отвержение идет. Это и в пище, о чем всегда говорят в первую очередь, хотя я бы сказал, что это почти в последнюю очередь бы в пост. Ну, это во многом. Мы уже не будем, может быть, одевать самые цветные праздничные одежды, а оденемся, ну, во что-нибудь поскромнее. Кто-то отключит свой телевизор. Уже не будет его смотреть в течение всего Великого Поста. В царской России на Великий Пост все зрелищные учреждения закрывались. По нашему времени можно посоветовать отключить телевизор, а компьютером пользоваться по мере технической надобности профессиональной. И все. Мне кажется, в наше время самый сложный пост – это компьютерный. Это не то, что не кушать там молоко, мясо, яйца, а то, что не сидеть у компьютера. Пост от слова «пусто». Вот тут сразу невероятная пустота. Пустоту на столе мы как-нибудь еще перенесем. Нельзя включать компьютер. А что? И вот тогда вдруг мы начнем видеть реальный мир. Таким образом, отречение от мира – это отречение не от греха, а от вещества. Вопрос, а зачем от него отрекаться? Почему я должен отречься от вещества? Разве вещество сотворил не Бог? Так может быть, Иоанн Лесвичник манихей? Манихеи говорили, что вещество есть зло. Но тогда Бог сотворил зло, потому что вещество сотворил Бог. Почему нам нельзя наслаждаться веществом? Это и супружество, это и одежды, это и развлечения, это и пища, это все. Да если хотите, это ароматы. Ну вот это же все вещество. Почему я не могу этим наслаждаться? Да можешь. Но дело в том, в чем беда мира. Мира беда в том, что это вещество становится самоцелью. Ничто нет греховного вещества. А поэтому и ароматы, и пища, и красивая одежда, и жена, и все остальное, все Богом благословлено. Но ведь человек пользуется этим как самоцель. Она ему нужна для удовлетворения похоти. Как преподобный Исаак Сирин говорил, что мы боролись не с плотью, а с похотью плоти. А похоть плоти становится самоцелью. Хоть об этом там будет отдельная, конечно, еще ступень. Ну вот, например, у всех на слуху сегодня, да, секс, эротика. Не любовь и чадородие. То есть любовь и чадородие сотворены Богом. Плотское влечение друг к другу есть материальная база того и другого, Богом сотворенная, Богом благословленная. Но она только тогда имеет оправдание, если является проявлением любви и служит чадородию. А если она становится какой-то самозначимой вещью, когда любовь не обязательна, а последнее детородие нежелательно. Вот в этом отношении преподобный Иоанн говорит, что отречение от мира есть отречение от вещества. Потому что поклонение веществу есть идолопоклонство. Человек, отрекающийся от мира, должен отречься от идолов. И вот когда вещество служит для нас самоцелью, когда оно есть самозначимая величина, вот тогда мы мирские.
Тогда мы еще не вступили и на первую ступень духовного восхождения. Мы начнем похваляться, а я то сделал, у меня заслуги, у меня даже медаль, орден. Благодарные, с письма благодарственные. Может быть, все это у тебя и есть. Но на первую ступень духовного восхождения еще не встал. Ты еще живешь этим миром. Потому что вещество этого мира, оно не как Божье творение, которое прекрасно, и которое мы с благодарностью имеем, и посвящаем Богу, и освящаем Его. А вместо этого человек Ему служит. И вот чтобы Ему не служить, происходит это отречение. Почему человек отрекается от мира? Здесь есть несколько причин. Одна причина, которую указывает преподобный Иоанн Лествичник, это и страх. Какой страх? Вот в времена, когда религиозное сознание людей было сильным, это был страх адских мук, страх уйти на вечные мучения и так далее. В наше время этот страх едва ли является распространенным и едва ли очень многих побуждает. В наше время страхи переселились сюда, тоже в мир вещества. Страх обанкротиться, страх заболеть, страх остаться одному, страх лишиться каких-то удовольствий и так далее. То есть страхи у нас сейчас плотские. Но какие бы ни были страхи, они нас побуждают отречься от мира. И в этом смысле страх Господень – начало премудрости. И хоть это далеко не самое прекрасное из того, что существует, но полезно. Бывает полезно. Ну, скажем, если тот же мальчишка не бедокурит, потому что знает, что получит от папы ремешка, это не самый высший нравственный уровень. Но это уже начало отречения от мира. Хотя бы ради этого он уже свое зло не сделает. Поэтому страх, как первая такая побудительная причина, ей тоже не стоит пренебрегать. Вторая – это вознаграждение. А мы хотим вознаграждения. И это побуждает нас отречься от мира. Опять, религиозное сознание сейчас слабо. В те времена, когда оно было сильно, люди хотели попасть на небо, попасть в рай, попасть в Царство Небесное и так далее. Сейчас таких людей не так много, которые реально об этом думают и реально этого хотят. Но не так много, это не значит, что нисколько. Чаще человек хочет опять вознаграждение иметь в этом мире. Он хочет иметь нормальную, порядочную семью. Он хочет иметь успех на работе. Ну, в конце концов, хорошее здоровье. Ну, и всякое разное. Говорят, Бог помогает. Говорят, кто в церковь ходит, вот многим уже помогло. А ну, пойду я тоже. Вот это, когда мы отрекаемся от мира вознаграждения ради. Того ли вещественного уровня или более высокого духовного уровня, но вознаграждения ради. Это тоже не самый прекрасный вариант. Но пренебрегать им не следует. Ну, опять, если вернуться к детям. Ну вот кончишь без троек учебный год, в июне куплю велосипед. Опа, стоит. Стоит делать уроки, стоит решать задачки, в июне будет велосипед. Нет, не из любви к наукам, а мальчик делает уроки. Ну кто ж откажется от велосипеда? И таким образом награда служит побудительной основой к доброму делу. Он отрекается от лени, отрекается от безделья и учит уроки. Вот так и у нас вознаграждение тоже может стать побудительной причиной, чтобы отречься от мира. Не самый высокий вариант, но вариант. Вот страх – вознаграждение. А вот высокий вариант и, собственно, единственный значимый
Первые вот эти два варианта, они только как, ну, в помоществовании. Это по любви. Если я отрекаюсь от мира по любви, ну, скажем, если вернуться к тому же школьнику, если он начинает учиться потому, что он полюбил науки. Ему никто не обещал велосипед, ему не грозит вечером порка. А ему интересно. И он берет задачник и решает задачку. Вот это уже то, ради чего в школу вообще-то и ходят. А также и в духовной жизни. Когда мы уже не боимся наказания, когда мы уже не вознаграждения ради, а когда любви ради мы оставляем этот мир. Помню еще в студенчестве, сейчас как-то уже такие вопросы не задают, видимо, уже седина не располагает таким вопросом. А тогда спрашивали, а что, на танцы нельзя? А как с... Что, выпивка-то, вот, что, тоже никак? Что, и в кино, что ли, с нами не пойдешь? И так далее. А что, тебе нельзя? Интересно, что постоянно в этих вопросах моих друзей звучало «нельзя». На эти вопросы следовал ответ. А почему вы меня спрашиваете «нельзя»? Мне все можно. Я этого не хочу. Мы тогда смотрели как немножко на... Откуда-то, что, не знаю, ладно, вроде зла не делает, пусть живет. Вот. То есть, если мы этого не делаем по любви, не делаем не потому, что нам это нельзя, и не потому, что нам за это что-то хорошее будет, а по любви к тому высокому и божественному, которого ради жить стоит. То, что дает подлинную радость жизни и духовной жизни. Вот когда мы по любви отказываемся от вещества. Апостол Павел говорит, все мне можно. Вот в ответ совопросникам мира. Он говорит, не все полезно. Все мне дозволительно, но ничто не должно обладать мною. Да можно. Кто сказал, что нельзя пойти в кино, что нельзя, что там, даже и вина выпить, что там еще, в конце концов, даже и танцевать. Кто сказал, что нельзя? Здесь появляются вот эти тонкие грани, когда в сердце человека появляется любовь, любовь к Богу, любовь к духовной жизни, которой ради он готов отречься от вещества. Отречься от этого мира. Ну, это первая ступенька. Так, я на часы слегка поглядываю. Пойдемте на вторую. Преподобный Иоанн, говоря о первой ступени, говорит, вступивший на нее, не обращайся вспять. Потому что с первой ступеньки очень легко и даже практически не больно спрыгнуть вниз. О, да там еще их 29 вперед, да ну, вот она здесь рядом. Что-то я, кажется, не туда попал. Раз, опять шаг вниз, и опять все нормально. Все, отделался легким испугом. Вот так многие сделали рывок в своей духовной жизни, и, увы, отделались легким испугом. Опять вернулись в мир. Поскольку это очень легко с этой ступени вернуться назад, преподобный и говорит, что вступивший на эту ступень, не обращайся вспять, не оглядывайся. Вторая ступень. Мы от мира отреклись. Все, мы в другом теперь царстве-государстве. Ну, как у преподобного, это было все очень реально. Позади Александрия, миллионный мегаполис того, той эпохи. Позади все ее развлечения, все. Вот она, пустыня Синайская. Вот редкий кустарник. Там, слышишь, может быть, какой-нибудь дикий зверь воет. Ничего больше тут нету. Началась новая жизнь. Ну, у нас не то, мы переводим в нашу действительность. Отреклись от мира.
Какой следующий шаг? Вторая ступень – беспристрастие. То есть отложение попечений и печали о мире. То есть какое нас ждет самое первое искушение? Я отрекся от мира. А жаль. Так что, все уже, что ли? Я уже больше туда не пойду. Я уже больше так поступать не буду. Так зачем это? Вон, мои друзья там живут и улыбаются. Зачем? Мне что, больше всех надо? Человек, который отрекается от мира, его первым искушением ждет печаль о том, от чего он отрекся. Причем бывает даже так. А тебе она и не нужна была. Но до тех пор, пока ты от этого не отрекся, не было проблем. Но когда ты отрекся, вдруг стало жалко. Вы не замечали никогда такое? У вас была вещь, она вам мешала уже 5 лет. И вдруг она пропала. Как пропала? И такая жалость. Это особенно у хозяина. Ну вот, как так? Нет, нету, куда делась? Да она ж тебе не нужна была. Не нужна была, но чтобы было. А теперь нету. Появляется жаль, сожаление, печаль. И тут выражается наше пристрастие. Митрополит Антоний Сорожский как-то рассказывал, когда он принял монашеский постриг, а там дается обет нестяжания, то есть больше ты ничего не будешь иметь. Пользоваться будешь, а собственником не будешь. И вот, говорит, после монашеского пострига на следующий день я беру авторучку, хочу что-то писать, и вдруг до меня мысль доходит, а ведь я эту авторучку больше никогда не назову своей. У меня больше никогда в жизни не будет авторучки. Вот я ими буду пользоваться. Так они уже будут не мои. Я уже не буду иметь права сказать, это мое. Вот это сожаление о том, от чего мы отказались, оно действительно очень больно начинает ранить нашу душу. Почему ранит? Преподобный открывает причину. Пристрастие. И поэтому вторая ступень – это беспристрастие. Это еще не бесстрастие. Бесстрастие – это высшие ступени святости. А вот беспристрастие. Оказывается, к очень многому мы относимся с вами с пристрастием. И вот от этого надо отойти. Как освободиться от пристрастия? Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде, кто истинно страшится своего исхода всей жизни, тот не возлюбит уже ничего временного. То есть пристрастие к этому проходит. Пользоваться будешь. Может быть, всю жизнь будешь пользоваться этим делом. И пользоваться во славу Божию, на пользу людям и так далее. Но разорвать пристрастие – это уже больше не твое. Это уже больше тебе не принадлежит. Ты не от мира сего. Об этом в этом зале мы уже как-то и не раз говорили, но люди всегда новые. А вот что такое святость? Ну так, не думая, быстро скажите. Как? Правильная жизнь, да. В нашем сознании это, как правило, связано с некой безгрешностью. А вот Баба Божия сказала очень правильно, посвящение себя Богу. Святость – это значит, ты уже не принадлежишь этому миру. Ты посвящен Богу. Вот, например, чем святая вода от другой воды отличается? Можно святой водой мыть пол, стирать, там борщ варить и так далее. Ну нет. Святой, кадош, это с еврейского языка переводится отрезанный. По-русски отрезанный ломоть. Ты уже отрезанный ломоть. То есть здесь сказать, все, на тебя уже не рассчитывай.
Это значит отрезанный от обычного употребления и посвященный кому-то чему-то. Известен случай, когда юноша пришел к Иисусу Христу, причем юноша не из бандитов, не из мафиози, не из безбожников, не из идолопоклонников. И вопрос-то какой задал? Учитель, что мне еще сделать доброго, чтобы наследовать вечную жизнь? Вопрос, что еще сделать доброго, предполагает, что он уже много сделал. Но он не против еще, чтобы наследовать жизнь вечную. По вопросу ответ. Иисус как-то сухо, неинтересно отвечает, ну что написано? Чти отца твоего и матери, не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради. Юноша просто обижен, оскорблен. Это что за детский сад? Ему рассказывают о том, что он с юности соблюдал. Он-то, ну в отличие от современного человека, он в этом был воспитан. Это с детства, это была вот такая жизнь. Иисус смотрит на него. И говорит, а вот если хочешь быть совершен, тогда иди, продай все, что у тебя есть, и раздай нищим. Идем за мной. А вот это он не ожидал. И опечалился, и ушел. То есть сделать еще какие-то хорошие дела он был готов. Но порвать с тем, к чему у него было пристрастие, он был не готов. Таким образом, мы тоже хотим часто быть порядочными гражданами, ну, может быть, даже и прилежными христианами, но мы не готовы пойти за Христом. Потому что тогда надо оставить вот эти самые пристрастия. «Ибо как не опечалиться, — пишет преподобный Иоанн, — лишившись любимой вещи». Делать хорошие дела согласны, а вот расстаться с любимой вещью, с тем, к чему у тебя пристрастие. Причем у нас, скажем так, у порядочных-то хороших людей, пристрастие бывает к вещам хорошим. У нас же пристрастие не к тому, чтобы удачно ограбить ночью киоск или еще что. Как-то у нас даже таких желаний нету. А к хорошим вещам-то у нас пристрастие. И вот как только мы замечаем, что у нас к этой хорошей вещи пристрастие, это уже грузило, которое тащит нас вниз. И если мы от него не освободимся, то скоро мы с этой лестницы упадем. Дальше нам уже не подниматься. Вот это такой болезненный момент, когда человек должен выявить свои пристрастия. Пристрастия порой к хорошим вещам. Причем от самой хорошей вещи порой и не надо освобождаться. Надо освобождаться от пристрастия к ней. Но если мы замечаем, что я не могу освободиться от пристрастия к ней, ее имея, вот тогда то, что называется пост. Тогда нам предлагается и саму эту вещь лучше оставить. Лучше тебе без глаза войти в Царствие Небесное, говорит Господь, чем с двумя погибнуть. Не вредно иметь второй глаз. Но если он тебя смущает, соблазняет, тогда убери его. Ну, это метафорическая образная речь Христа. На этой ступени первое есть, пишет Иоанн Лествичник, отречение от всех вещей, человеков и родителей. А это, скажем так, еще что? А где же чти отца твоего и матерь? И так далее. Преподобный говорит нам не в том смысле, чтобы нам от них отречься, не исполнять сыновнего и дочернего долга. Ну и вообще, что значит отречься от всех вещей? Это как? Где-то в безвоздушном пространстве, в невесомости кувыркаться или что? Как это от всех вещей отречься? Здесь, конечно, речь идет о пристрастиях. Причем наши пристрастия, они бывают особо сильны вот к самому близкому, к самому родному. Именно там
часто наша настоящая, хорошая, праведная любовь, наш праведный долг, но он превращается в пристрастие. Этим пристрастием может быть наш ребенок, может быть, могут быть родители, могут быть супруги, могут быть друзья, может быть профессия, может быть работа, может быть все что угодно. Но мы уже к этому относимся с пристрастием. Ну так же, как в пище. В принципе, все можно кушать, да? Все можно пить. У нас вообще нет ограничений. Но ведь ко всему можно пристраститься. Ну вот, а я уже без мяса за стол не сажусь. Вот. А я, значит, без этого не могу. А мне уже без пирожного, мороженого как-то ведь уже и тоскливо. Вот. То есть у нас появляется пристрастие не потому, что все это нельзя. В принципе, все можно, но у нас пристрастие. И вот на второй ступени мы должны освободиться от пристрастия. А именно на второй ступени, на этом шаге, они и проявляются. Мы только что отреклись от мира, еще мы совсем с ним, к нему рядом, и этот магнетизм этого мира, он нас прям сразу тянет, он реагирует и тащит назад. Второе – это отречение от своей воли. Значит, первое – это отречение от всех вещей и всего, к чему пристрастие. Второе – отречение от своей воли. Так что, Богу нужны безвольные люди? Нет, Богу не нужны безвольные люди. Бог дал человеку волю, а Богу не нужны своевольные люди. Своеволие – это такое состояние человека, когда не видать ему Царства Божьего, когда не быть у него никакой духовной жизни, даже если он будет совершать подвиги, жестко поститься, будет проповедовать день и ночь, будет, не знаю, какие еще добрые дела делать, будет самым щедрым спонсором и так далее. Но если это все происходит по своей воле, то духовное приобретение от всех этих деяний сводится к нулю. Потому что в конечном счете все оно питает наше тщеславие, наше самоутверждение, какой я хороший. И поэтому, вот, когда мы рвем пристрастие, то только на первом уровне мы рвем пристрастие к вещам, а дальше надо рвать пристрастие вот к тому, что к своим хотениям. А третье – это уже отвержение тщеславия. Отвержение тщеславия. Говорят, так здоровая амбициозность, особенно молодому человеку, очень даже не вредит. Она ему нужна для того, чтобы делать карьеру, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы продвигаться вперед и так далее. Здесь опять, как и во всем остальном, такие тонкие грани. А ведь и тот подвиг, который нес преподобный Иоанн Лествичник, тоже можно делать из тщеславия. Вот смотри, какой я послушный, какой я воздержанный, какой я молитвенный, такой-такой, еще какой монах. Ведь и это можно превратить все в пищу тщеславия. Вы бывали на богатой ярмарке, где очень много всякого товара? А скажите, где самая богатая ярмарка? Вот первое место держит на планете по количеству товаров. Ярмарка тщеславия. Вот у этой матушки столько товаров, чем только она не торгует. И молитвой, и постом, и проповедью, и вещами, и достатком, всем на свете. Причем все идет в ход, от самого худого до самого лучшего. От того, сколько людей победил, погубил, до того, сколько людей спас. Она и тем не гнушается, и этим не гнушается, она и тем торгует, и этим торгует. Тщеславиться можно всем. И вот с этим пристрастием, это тоже все на этом основано, надо рвать.
Если кто думает, что не имеет пристрастия к какой-нибудь вещи, а лишившись ее печалится сердцем, то вполне прельщает сам себя. Таким образом, все проявляется только когда лишились. Как говорят, ой, да для меня все равно, для меня что есть, нет. Когда нам говорят, ну надо же у тебя. Если все равно, то давай вариант, чтобы у тебя этого не было. Вот тут и выявляется. То есть все это наше, да для меня все равно, оно было только до тех пор, пока оно есть. А когда его нет, тогда у нас появляется, ну, он так ласково, нежно говорит, печалится. У нас, по-моему, тут уже и психуем, и все, что хочешь, делаем. Пена изо рта летит, ногами стучим, если мы вдруг чего лишились. Причем, смотрите, слово «пристрастие», русское слово, корень его, а слово «страсть» — то есть «страдание». Пристрастие причиняет человеку страдания. Вот когда мы что-то любим, то там нет страсти, то есть там нет страдания. Там есть радость. А в то, когда мы к чему-то страстно привязаны, то это болезненное чувство. Ну, как мы говорим, болезненное самолюбие, болезненное то, другое, третье. Вот страсти – это болезненность. Если говорить про те же амбиции молодого человека, не амбиции, а молодому человеку, да, ему свойственно, и это нормально, дерзновение. Молодой человек должен быть готов ко всему, и в космос полететь, и в пещеру пойти молиться, и кем угодно стать, и что угодно сделать. Он должен быть ко всему готов. Вот это, но это дерзновение. Вот тут есть разница. Потому что амбициозность, она предполагает во славу свою, а дерзновение, она в уповании на Богу, ко славе Божьей. Вот тут это и проявляется. Если по любви, оно принесет радость. Если по пристрастию, оно принесет горе. Завершает эту вторую степень преподобный Иоанн словами. Текущий, то есть поднимающийся, добежит, подражая Лоту, а не жени его. Ну, большинство, наверное, знают эту историю, когда Бог вывел Лота и его жену из города, который был обречен на погибель, сказал, спасайся на гору, бегом вперед, катастрофа будет. Лот бежал, а жена Лота обернулась. Она не собиралась вернуться, но как-то жалко было, и хотела еще раз посмотреть. И она превратилась, как известно, в соляной столб. На этом прекратилось ее продвижение вперед. И навечно столб. Все. То есть никуда она не поднялась. И так и в духовной жизни мы превратимся вот в такой столб. Никогда никуда не сдвинемся, если мы будем оглядываться назад. Тут уже только должно быть движение вперед. Третья ступень странничества. Странничество – это очень интересное свойство. Это, кстати, внутренне присущее качество христиан, которое очень как-то глубоко и сильно переживалось ранними христианами. Христианин ощущал себя странником. Сегодня даже читал послание Климента Римского, это конец первого века, Коринфской церкви. Интересно, как он пишет. «Церковь, странствующая в Риме, церкви, странствующей в Коринфе». Представьте себе пасхальное послание патриарха красноярским христианам, и оно звучит так. «Церковь, странствующая в Москве, церкви, странствующей в Красноярске». Нам как-то это не свойственно, мы уже давно пустили корни. А странничество, когда, это удивительное святое свойство. Кстати, странник видит больше, чем не странник. Много путешествует, он много чего видит, но он ни к чему не прилепляется.
Странник почти ничего не берет с собой, потому что оно ему мешает на пути. На одном месте и камень обрастает, а странник и живой человек лишается всего, потому что он постоянно в пути. Это чувство странничества, что на этой земле мы странники и пришельцы. Мы находимся в пути. Мы оставили этот мир, и мы странствуем в горний мир. Мы странствуем в Царствие Божие, и это здорово. Если не верите, то попробуйте. Странник, он постоянно находится в движении. Он видит все, он любит все и не прилепляется ни к чему. Вот это свойство странничества в этом мире. А еще если на русский лад, так и в прямом звучании. Странник, он как бы немножко странный, да? Что идет, куда идет? Вот. И мы в этом мире тоже немножко странные. Эдакий вот какой-то корабль, и куда-то он плывет. Вот церковь странствующих в Красноярске. А куда странствует? В горний мир, к Богу. Это есть третья ступень. Когда мы приобретаем свойство странничества. Странник, говорит преподобный Иоанн, может быть и не истинный. Не всякое странничество есть добро. Потому что есть не только святое странничество. Вот все, наверное, знают, что есть Троица Сергия Лавра, Псково-Печорский монастырь, да? Успенский монастырь в Красноярске есть. Есть Оптина пустынь, Глинская пустынь. А вы знаете, где еще больше монахов? В Шаталовой пустыне. Знаете про Шаталову пустынь? Да. Это те, кто шатаются. Это Шаталова пустынь. Вот если сейчас перечислить иноков Шаталовой пустыни, они запросто насчитают больше даже, чем в самых больших наших монастырях. Вот иноки Шаталовой пустыни – это не есть святое странничество. Есть такого человека, когда он просто шатается, болтается. То есть у всякой добродетели есть изнанка. И очень часто трудно их даже отличить. Как на рубашку иногда смотришь, где право, где лево. Вот. Так и у добродетели ее изнанки даже не всегда ведь еще и рассмотришь. Подлинное странничество. Есть отлучение от всего, говорит преподобный, с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучную с Богом. То есть, почему мы ни к чему не прилепляемся? А чтобы мысль наша неразлучна была с Богом. А ведь если мы ее прилепим к чему-то здесь, тогда уже надо ее отлепить там. То есть, вот подлинное странничество. Чтобы быть неразлучна с Богом. Второе, странник есть любитель и делатель непрестанного плача. То есть, покаянного плача. И, наконец, странник есть тот, кто избегает всякой привязанности. Опять, не сказал любви. Любить ты можешь всех и даже должен всех. А вот эти страстные привязанности, они, конечно, не позволяют нам стать странниками. И тогда мы пускаем эти самые корни, которые не позволяют нам никуда сдвинуться и не позволяют нам никуда подняться. Кстати, вот про Шаталову пустыню. «Странничествуйся, остерегайся праздно скитающегося и сластолюбивого беса». Вот подлинная причина, почему есть иноки Шаталовой пустыни. Это сластолюбивый бес. То есть, почему мы часто шатаемся, болтаемся? Из-за сластолюбия. Что такое сластолюбие? Это не обязательно сладкое, а это то, что всласть нам. А куда ни ткнемся, все не так. Там этот не такой, там начальник не такой, там сотрудник не такой, там подчиненный не такой, там жена не такая, там игумен не такой, там батюшка не такой. Ну, везде кто-то не такой или что-то не так.
там погода не такая, там не климат, там зарплата низкая, там еще что-то. И это все не дает нам никакого успокоения. Вот это когда мы болтаемся не странничество Божьего ради, а следуя научениям сластолюбивого беса. Еще странник, преподобный говорит, тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай как бича. Ну, как во многих делах, кому-то противопоказан сквозняк, кому-то противопоказан какой-то вид пищи, врачи назначают диету. То есть есть вещи, которые в принципе-то возможны и дозволены, ничего в них в самих по себе плохого нет. Более того, кому-то они на пользу. Ну, скажем, человеку, у которого сердечный приступ, ему иногда нужен даже сквознячок, иначе он не может. А есть человек, который этого вынести не может. И вот так и в духовном отношении у нас у всех есть места, где нам быть не полезно. Но почему-то именно в эти места нас тянет. Почему-то именно с этих мест нас не выкуришь. А вот этих мест, вот их надо бежать, когда ты знаешь, что там тебе не полезно, там тебе опасно, в принципе, там быть можно. И кто-то из твоих даже верующих собратьев там находится, и оно ему не вредит. Вот ему же не вредит, а я чё? А ты чё? У тебя язва, тебе противопоказано, тебе туда не надо. Вот эти места мы должны очень четко определить сами для себя, где мне не полезно. И как странники быстро миновать эти места, чтобы не задержаться в них и тем более не строить там свои жилища. Таким образом, третья ступень, как святой Иоанн Лествичник говорит, равночисленная Святой Троице. И опять предостерегает, вступивший на нее, да не обзирается, ни на десную, ни налево, то есть ни направо, ни налево. Как видите, насколько опасно для человека, вступившего в духовную жизнь, оглядываться. Вот это оглядывание, оно нас быстро низводит с ступени этой спасительной лестницы. Сейчас 7:30, в 8 здание закрывается. Как? Либо продолжить, либо, может быть, есть вопросы, и пообщаться в вопросы-ответной форме. Пожалуйста. Не готовы сегодня. К вопросам не готовы, да? Или соскучились просто. Ну, скуку всякое можно разгонять. Вот. Ну хорошо. Вы сказали продолжить. Тогда ступень четвертая. Ступень четвертая – это послушание. Это послушание, по которой мы восходим вот по этой лестнице к Богу. Что есть послушание? Преподобный пишет, послушание есть совершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое, или наоборот, послушание есть умешление членов телесных при живом уме. Послушание есть действие без испытания, добровольная смерть, жизнь чуждое любопытство, без печали в бедах, неуготовляемое пред Богом оправдание. Послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни в мимо худом, ибо за все должен ответить тот, кто благочестиво умертвил душу его, то есть кому ты послушен. Послушание есть отложение рассуждения и при богатстве рассуждения. Но вряд ли это приятная штука, то, о чем мы сейчас прочитали и услышали. Ведь у нас как? Ну, свобода, братство, равенство, да? Мы всегда стремились к свободе,
Мы всегда гордились, что рабы не мы, мы не рабы. А тут еще и Библия нам в помощь. Бог дал человеку свободную волю. Ну вот. Раз свободная воля, какие могут быть послушания? Послушание, как говорит преподобный, это есть что? Это есть гроб собственной воли и воскресение смирения. А зачем хоронить собственную волю? Мы уже с вами сказали, что Богу безвольные люди не нужны. Но Богу не нужны и своевольные. Послушание – это передать свою волю в руки Божьи. У послушания, как и у всяких добродетелей, есть разные уровни. Но на первом уровне послушание – это подчинение. Это подчинение, подчиниться. Ну, даже на уровне детей, да. Детям просто говорит, ножницы не брать, там, значит, спички не брать, на улицу не ходить и так далее. Им дают указания, что делать, что не делать. И дети должны этому подчиняться. Подчинение само по себе... Ну, это подчинен, и в конце концов в этом ничего нет плохого. А в принципе ничего хорошего. Ничего плохого в смысле, что такой человек, он уберегается от многих неприятностей. А ничего хорошего, что радости в этом нету. Кстати, религия родственная нам, призывающая Бога Авраама, ислам. Ислам означает покорность. И благоверный мусульманин – это человек, покоривший свою волю Богу. Что в этом плохого? Ничего. Это начало послушания. Но если на этом ограничиться, то в этом нет радости. И родители в конечном счете едва ли имеют радость от того, что дети им подчиняются. Кстати, это даже иногда вызывает у нас какое-то подозрение. Ну, так легко мне подчиняется, тут надо разобраться. Или он лукавит, или он втихаря делает это все равно, или он перепугался, он меня боится. Я для него какое-то страшилище. Или он от меня чего-то хочет. И так далее. То есть человеку, легко подчиняющемуся, у нас возникают вопросы. Обычно мы их ему не задаем. А как спросишь, почему ты мне подчиняешься? Ну вот. Сам думай, почему он тебе подчиняется. Поэтому подчинение, быть подчином, это, в принципе, дело хорошее и для начала необходимое. Любовь, сказано, не бесчинствует, а подчинение – это быть подчином. Поэтому, когда мы свою свободу используем для того, чтобы бесчинствовать, это не есть хорошо, это не есть добродетель. Но от подчинения мы должны взойти к послушанию. А что значит послушание? Послушание – это послушать. От слова «слух» – слышать. И ведь особенно к детям, уже немножко повзрослевшим, мы часто говорим «ты меня слышишь?». Мы ведь его не к лор-врачу собираемся отправить. Мы не проверяем его на его способность, его ухо воспринимать звук. «Ты меня слышишь?». Я думаю, особенно много комментариев не надо. Мы все чувствуем, о чем идет речь. Сердце сердцу весть передает. Вот что значит слышать. И подлинное послушание – это когда из области подчинения мы переходим в область слышания. Когда мы начинаем слышать Бога.
Бог тоже нам говорит, а ты меня слышишь? Ты чувствуешь, что я от тебя хочу? Вот это есть подлинное послушание. Первое, хорошо, благо, сохраняет нас от многих ненужных проблем. Второе, это радость, это свет в душе, это теплота. Это то, к чему мы по-настоящему, собственно, и призваны. Если бы мы были совершенны, праведны, то, конечно, речь бы шла только о втором. Но поскольку мы несовершенны, и поскольку наша плоть, она крепка, как в одном акафисте говорится, плоть люти бесящуюся. Представляете себе, не удвоение, а утроение. Плоть, да еще люто, да еще беснуется. Тут уже полный набор. Вот. То мы бываем, очень нуждаемся именно и в подчинении. Поэтому в мире существует иерархия. Она существует в семье с самого начала жизни человеческой, чти отца твоего и матерь, начало послушания детям. Она существует у супругов, жена, она слушается мужа. Вот. Это очень важно, послушание. Женщины очень часто, особенно верующие женщины, про них больше говорю, да в принципе и всякие. Ой, он меня вообще не слушается. Я ничего не могу ему доказать. А он тебя и не обязан слушаться. А ты и не имеешь права ему что-то доказывать. Это шокирует наших дам. Вот, как-никак, уже 100 лет Клара Цеткин, Инесса Армант, и вперед, уже мы многого достигли за более чем 100 лет. У нас уже мамы и бабушки своих мужей не слушались. Вот, нам ли с этого начинать? А все равно это ничего не получается. И когда мужика хотят заставить, чтобы он слушался, и когда ему начинают доказывать, то у него, как правило, несколько вариантов. Джентльменский набор. Первый – кулаки. Второй – водка. Третье – милые дамы на стороне. Все идет к разрушению. Во всех трех вариантах ты же и пострадаешь. Слушаться может-то надо. Вот. Да, с мужем, конечно, можно поговорить, посоветоваться. Вот пока он с тобой говорит и советуйся, женщины народ умный, говорите и советуйте. Но когда он не говорит и не советуется, тогда уже слушайся, все. Это же и в церкви тоже есть своя священная иерархия. Это же и в миру, там тоже есть начальство, власть. Она есть везде. Она есть даже в стае журавлей, она есть в стаде коней, лошадей. Она есть везде. Везде есть вождь, везде есть иерархия. И везде должно быть вот это самое подчинение и послушание. И когда мы из него выпрягаемся, то в первую очередь мы плохо делаем себе. Не тому, кого мы не слушаемся, а мы повреждаем свою собственную душу. Преподобный приводит очень много всяких примеров послушания, порой нам даже очень-очень удивительных. Нам вот уже живущим вот такой жизнью, какой мы сейчас живем, иногда эти случаи кажутся даже сказкой. А ведь это были реальные случаи. Вот в чем дело-то? Например, в одной из обителей преподобный об этом пишет. Один подвижник, один монах скончался.
И вдруг приходит какой-то человек из мира и говорит, что вот этот монах мне должен. Игумен ничего не знает ни про то, что он, где это взять, где это находится, что делать. И вот самое удивительное, что у него даже не было вопроса, что делать. Ему это было легко и просто. Он просто пошел к покойному и спросил, слушай, тут ты вот должен? Человек пришел, нехорошо. Давай, говори быстро, где. Покойник ему сказал, где, и потом его похоронили. Вот. Вот это реальные случаи. Это побеждается естество чин. А объяснение идет, почему это произошло. Это, говорит, никакое не чудо воскрешения, ничего, просто послушание. Просто послушание. Душа покойника еще недалеко улетела. Она услышала вопрос, она проговорила, и все. То есть для человека послушного даже это возможно. Человек навык к этому. Кстати, преподобный Макарий Великий тоже говорил, что в Царстве Небесном мы будем делать то, к чему мы привыкли здесь. И если мы здесь привыкли к права качать, то мы, естественно, этим и там займемся. Но вы понимаете, что там это у нас будет плохо получаться. Что для этого не будет предоставлено никаких возможностей. И от этого мы будем страдать. Вот это и есть страдание той жизни. Не то, что нас там кто-то будет батагами бить. А мы не будем иметь возможность делать то, к чему привыкли. А если привыкли быть послушными, то никаких на этот счет нет проблем. И это реальность жизни. Послушание, которое ведет нас действительно к святости. Это четвертая ступень на этой лестнице. Не знают себя и своей пользы те послушники, которые, заметив благосклонность и снисходительность своего наставника, просят его назначить им служение по их желаниям. А это уже наша с вами ушлость. И это очень часто бывает. Мы заметили, что начальствующее над нами лицо к нам благосклонно. Тогда мы быстренько идем к ним. Иногда мы ловим момент, чувствуем, вот сейчас у него хорошее настроение. И под это хорошее настроение мы быстренько ему свои заявления и прошения, устные и письменные. Получаем благословение, разрешение на то, чего хотим. Потом идем и с таким святым и благочестивым видом говорим, что я совершаю послушание. Мне благословил, ну там если в церкви, значит, такой-то настоятель или еще кто-нибудь, или такой-то начальник, если это в жизни гражданской. Преподобный говорит, не знает себя и своей пользы. То есть здесь мы свое своеволие прикрываем послушанием. В таком случае уже, знаете, лучше быть просто непослушным. Ну так, честно, по-русски, что ли. Вот. А, 100 лет мечтал тебя слушаться. Вот, и не слушаться. Чем вот так? Потому что здесь такой самообман и обман других. Он нам на пользу никак не идет. Поэтому, когда мы стремимся получить какое-то благословение, мы должны быть честны и просты, не лукавы и бесхитростны. Получил, получил, не получил, не получил благословение. И вот тогда есть польза. Другой преподобный, Силуан Афонский, говорил, душу послушливую любит Дух Святой. Мне не нравится то, что мне надо делать по послушанию. Делай вот это, тебе не нравится, а ты делай. И при этом тебя любит Дух Святой. И ты будешь в Духе Святом. А если ты добьешься того, что тебе нравится, ты будешь это делать, только Духа Святого уже с тобой не будет.
И все это послужит опять либо к тщеславию, либо каким-нибудь другим еще твоим страстям. Все, завершаю. Степень сия равночисленна евангелистам. 4 евангелиста. Мужайся, подвижник, стремись вперед без страха. Некогда Иоанн опередил Петра. А здесь послушание, ну ладно, это уже к пятой ступени. Вот, о ней не будем. То есть нужно мужество. Чтобы быть послушным, необходимо мужество. Ну а теперь, если все-таки уже есть вопросы, никакие нету, да? Минут 5-то или сколько-то еще есть? Сейчас без 12. А, еще одеть всех? Ну, ясно. Тогда помолимся. Значит, завтра мы встречаемся здесь в 6 часов вечера.